день. Попробуем вот этот аимбот потренироваться. Игорь дал. Говорит, им тренировался. Сейчас попробуем, что это такое. Какое-то приложение. Да, запускает с ботами из мастерской называется. Как вчера краш запускали. Ну, посмотрим. Spotted. Нихуя себе рандом, блядь.
Так, ну а в игре лучше все-таки стрелять пульки, кстати, в голову, конечно. Ну, можно и в голову, но... Так, неплохо, неплохо. Да, хороший тир. Да, мышки, наверное, надо все-таки другую. Аспект хорошая, но не хватает чуть-чуть. Так. О, я нига. Не, прицел годный. Вот совсем другое дело. Не понял. Ну вот такой вот. Ну, все, как вы видите, головы идут, да? Что-то с головой как-то странно. Вроде бы и голова, а вроде бы и... Так, какую букву нажал? Да, надо давать успокоиться, пистолет отдать, это факт. Не понял. Вот это тоже интересно. Пистолет вроде после отдачи успокоился, а вот хедшота нету.
Годно, годно. О, смотри, гости террорист. Ты тоже. Вот это прикольная функция. Опа, опа, смотри, его пистолетик, опа! Годнота, бля, вся хуйня. Хедшоты рулят. Только я понял, как я понял, в сказке надо два хедшота делать, да? С одного раза не убьет. Стреляю я из этого дезертыгла в объекте. Хороший пистолет. Тяжело, правда, держать, но можно. В реальности он тоже довольно-таки жесткий. Сейчас вот четвертая генерация этого пистолета вышла. Кто не знает, в этом году, либо в прошлом. По-моему, в прошлом году журнал Калашников, или в этом. Я уже не помню, журнал есть. Карл мне больше нравится. Отлетает, пиздец. Шлепки, блядь. Пуга. Хорошо, хорошо, хорошо. Гуд. То есть я смог остановиться, чтобы перекрестие было нормальным. Да, да. Интересные типы винтовки, но я обычно никогда не играл. Я все-таки диглом всегда играл и ауком. Ну это 16, но здесь 16 какая-то задроченная. Собственно, вот такой вот тренинг, уважаемые друзья. Вот. Ну, дичь бывает. Ну, как вы видите, количество хедшотов дико. Довольно неплохо.
реальном бою матч-рейтинге будет, наверное, по-другому. Все-таки здесь они не в динамике. У меня уже самого рука заболела. Да, не играл. О! То есть основная тема — это если ведь мышки не, она не изменяется практически, а вот если ходить, да, настройки нету фокуса. А если настройки фокуса, поле летит куда угодно, но только не в область размытости. Хотя она должна лететь, пойти в область размытости. Ну что ж, друзья, не будем особо вас загружать этими тренировками, в принципе, особо нет, но сам факт. Что это? Ух ты. О! А, понятно. Да, вот эти вот, кстати, да, в дверях еще лучше и даже там прикольнее будет. А где твари-то? Они не появляются. Так, метроном. Что это такое? Так, как обратно вернуть? Что это значит? Блять, звук голимый. Нехуй появляться здесь. Тридцать семь убийств. Не понял. Странно.
На дальнике в голову не попал. Да, так что видите, пистолка там в дальниках с пистолетом не очень работает. Он, конечно, попадает, ну что там, странно. Это не, конечно, что-то я знаю. Как обратно это все вернуть? Черт, как все обратно вернуть-то? Блять. Что значит? Ну все, залочил. А, все, я себя залочил, отлично. Так, метроном. Как заставить, чтобы они бегали? О! Вот это уже куда интересней. О! Ёпта! Вот это скорость. Так. Неплохо, неплохо. Блядь, да пиздец. По-моему, я чисто многовато скорость поставил. Ну ладно. Давайте, наверное, спидем. Да, вот так вот. Охуеть, блядь. Блядь, затягивает. Да, теперь что-то у нас...
дичь. Жёстко, жёстко. Так. Ну, на большой тоже успевал, но лучше сначала потренироваться на маленькой. Не понял. Я ж в него попал. Не понял, я только хотел поставить, что ли? Да, хэдшот онли играть тяжело, конечно, но можно. Я так понял, я поставил only хэдшоты, что ли? Чё я там включил? Коробки. Скажу честно, с ними даже поприкольнее. Ладно, на этом все, коллеги. Давайте продолжим чуть позже. Да, спасибо, подписывайтесь на канал. Вот такая прикольная штучка, если очень понравилось. Будем тренироваться. Всех благ.